Начинаем тренинг. Занятия. Начнем с ног. Коленочки любят повторение, чтобы тут все нормально было. Так, это 20-30 повторений. То, что надо. Именно для того, чтобы коленочки были в форме. Кто-то позвонил, потом сбросил. У меня все звонки моих знакомых помечены, кто что. А если какой-то незнакомый звонок, я его не слушаю, а просто блокирую. Будем. Тренировка ног обеспечивает самый большой обмен веществ в организме, то есть мощнейшие группы. И если они нагружаются, тренируются и все там такое, прогресс в массе, в силе обеспечен. Вот я сделал два подхода по 25. Уже чувствуется памп, так называемый, то есть кровоток увеличился. Питательные вещества и прочее сюда начали поступать. И оздоравливать, восстанавливать. Вот в чем заключается тайный смысл занятий с тяжестями. Хорошенько уже напряглись. То, что надо. Три подходика. И нормально. Можно тягу делать. La 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 la
Ну что, хорошо налились. Копыта. Так, теперь мы сделаем тягу. Десять, 20, 30, 40, 45, 46, это килл 47. Вес полегчал. И самое интересное, что вот особо весы повышать не надо. Главное регулярно заниматься. Вот регулярно заниматься, а не от случая к случаю. И этого уже достаточно, чтобы тело в какой-то форме находилось, более-менее приемлемой. Там-да-ли-на-дам. Вот я сейчас прибавлю 10 кг. Килогерц набросил. Теперь приступим к бивни резам. Чем будем покорять посетителей канала? Мощным бивнерезом. Так, здесь где-то 27 килогерц. Состав.
Достаточно. Хорошая пошла нагрузочка. На травме нетренированные мышцы. Хорошая. Опачки. Опачки. Восемь кг гантельки. Ну что, вздрогнем. Вроде как размялись. Следующий вес. Двенадцать с половиной килограмма. Ух ты, ногти уже выросли. Можно землю шкрести. Так, ну что, вздрогнем. 12,5. Хорошо. Так. На. Девятнадцать килограмм. Ступни мерзнут. Холодно. Окно открыто. Проветривается. Набросил по-серьезному. Сразу 7 килограмм. Это вот тут 19. 6,5. Ну, посмотрим, как мы их выдержим. Совсем другое дело, сразу жар изнутри. Ну и хватит.
Второй подходик. Давим трицепсятами. Трицепсятами давим. Никакого хрена звонить. Я занят серьезным делом. Поэтому все незнакомые звонки я блокирую. И с благодарностью вспоминаю слова моей милой жены Нины. Геночка, если кто-то тебе звонит или что-то там такое, это не значит, что они что-то тебе сделают. Они от тебя что-то хотят получить. Пишите смски сначала, что я такой-то, такой-то, звоню по такому-то, такому-то вопросу. И не тратьте мое время. Отлично. Отлично. Размяли 30-50. Итак. Приступаем к жиму лежа. В прошлый раз, это было, по-моему, 20-го, я пожал 80 килограмм на два раза. Интересно, сегодня что-нибудь удастся мне? Али ничего не удастся. Разминочка. А как же без нее-то? А как же без нее-то? Так что разминочка и посмотрим. Отдохнувший, что-то должно такое получиться. Ход на полраза. Опа. Важно вот так вот на вилы сажать. Отсюда даже быть. Вот на вилы, когда уперся все отсюда, 30 минут идет. Так. Полтинничек. Пожалуйста, полтинничек, пожалуйста. В свое время я долго 60 мусолил. Никак что-то не получалось у меня больше. Долго мусолил 60. Как-никак натуральный тренинг. На кашах с салом.
есть, да? Так чувствуется приятное, приятное. Уже приятное давление чувствуется. Да, вот так вот. Тренируйся, 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 тренируйся. Вроде что-то выросло, вроде что-то достиг. А потом бац! И заболел. И все, что было, сразу всплыло. И опять начинаешь. Ну что? Такова доля атлетов. Ну, на три разика. Никого нет. Некому подстраховать. Сейчас пойду посмотрю. Сын там есть, нет? Один на один я и штанга. Только на себя, только на себя. На один сдюжил. На один сдюжил. Сейчас важно технично пожать. Особо не разводя локти в стороны. То есть держать вот эти вот вилы. О, они вот так. То есть вот. Они вот так. Домкраты. Домкраты. Вот так-то. И хватит сжать, потому что когда свежий, можно сжать до бесконечности.